Всем приветик! Сегодня я иду с Алей на интересное мероприятие. Будем по дате рождения вычислять наше будущее. Но это не гадание, это именно звезды, планеты, что-то вот такое. Это организует русская комьюнити, поэтому мы очень рады. Надеемся, будет интересно. Билеты стоят $60 за человека. Всем привет! А вот и астролог Алена, на лекцию которой мы пришли. Как видите, многих из русской комьюнити Шарлотта интересует астрология. А может, все дело в эстетическом удовольствии? Вы только посмотрите, как нас встречали, все такое красивое. Для меня лично такой ивент – просто потрясающая возможность выйти в свет и познакомиться с новыми людьми. И как же здорово, что у нас в США, в Северной Каролине, есть такая большая дружная русская комьюнити. Все, мы уже нашли местечко. Сейчас нам будут вещать. Девочки, проектор. Ну что, очень здорово придумали. Да, очень классно. У нас тут прямо в тематику нашу так подходит. Отлично, да. Да. Звездное небо. Сертифицированный по всем международным стандартам. Также еще просто прекрасный человек. Алена помогает людям раскрыть свой потенциал в чем-то, найти какой-то новый путь. Сказали, что будет где-то под стульчиком подарок. Где смотришь? И думать, какой я несчастный, да, что у меня такой период. Вот. И есть период, такой называется период Раху, длится он 18 лет. В ходе лекции мы узнали столько всего про астрологию и, конечно, заинтересовались в личной консультации астролога Алены. Но для начала определяем нашу космограмму, на которую наносится положение планет в домах и знаках зодиака на время вашего рождения. Это индивидуальный гороскоп, который описывает кармическую судьбу человека. Указать нужно свое время рождения. Вас попросили, да? Говорит, что, кто он, а теперь прав. Разбираем результаты. Они, люди такие должны знать, что они личность. Вот, я знаю, что написано, что я работаю. Сейчас рассказывают про мой знак зодиака. Я скорпион. Я вообще люблю этот знак, потому что они могут очень-очень глубоко проходить трансформации, да, то есть, как правило, это вот связано, вот я написала, смерть и трансформация, да, смерть и трансформация, это как бы, ну, не в том смысле, что смерть, а потом ты там оживаешь, да, нет, а это, допустим, когда личность, вот она проходит через какой-то кризис и понимает, что вот какое-то вот мышление у нее прошлое, оно уже, ну, не имеет места быть сейчас. И вот в такой момент у человека возникает трансформация. И вот такой знак, он может очень проходить глубоко такую трансформацию. Вот. И, кстати говоря, вот, имеет очень внутреннюю силу, большой потенциал. Это желание ему в короткий срок достичь каких-то больших целей, да, даже изменить свою карму. Поэтому, да, найти мир внутри себя. Вот у меня, как бы даже таким людям хорошо вот, какой-то вешают, чтобы типа вот у вас есть внутреннее счастье. Вот так же называть интуицией, то есть понимать, что вы можете интуиция много чего развить. И если ее нет, то надо ее развивать. Фокусируюсь на детском гороскопе. У меня есть вопрос. Астролога может стать любой или хоть только одаренный человек? Зависит от предназначения. Коля, сделай натальную карту, ты узнаешь. Астрологи надо преподавать в школе, как очень такую науку, которая может в жизни помочь, вот даже на любительском уровне, зная свою карту, зная, как ты можешь посмотреть период хотя бы чуть-чуть. На... чтобы наши вечера делать интересные, классные, яркие и полезные. Заполните, пожалуйста, анкету, какие темы были бы вам интересны. Хорошо? Я уже была одна. Ты все списала? Да, я уже писала.
занимаемся разными видами недвижимости. Мы занимаемся residential недвижимостью, commercial недвижимостью, а также property management. У нас в компании на сегодняшний день работает 63 агента. Мастер спорта по волейболу. Катя занимается разработкой специальных программ, индивидуальных программ по питанию, тренировкам. Она разрабатывает... Будем разыгрывать персональную тренировку с Катей. Она разрабатывает то, что помогает женщинам, успешным, прекрасным женщинам трансформировать свое тело из точки А в точку Б и исполнять свое желаемое отражение в зеркале. С помощью... Спасибо. Ты не веришь число, поехали. У меня одна задача, я поняла. Да, нажимаем кнопочку. Но она не кармическая, там мог всего. Это не то. Открываем. У меня есть все цифры. 24. В общем, мы компания, 18 лет на рынке, предоставляем медицинские услуги по уходу на дому. У нас есть профессиональный штат более 400 терапевтов, спич-терапевтов, аксессуационных терапевтов, физиотерапевтов, медсестер и сиделок. Ну, то бишь мы их называем персональные помощники. И, конечно, они занимаются, и это титанический труд. Эвент нам очень понравился. Была профессиональная фото- и видеосъемка. Расскажите, как вы относитесь к астрологии? Лично мне очень интересна эта тема, но мой муж Джон просто категорически против узнавать свое будущее, и если это не Библия, то считает все язычеством. А теперь время фотосета. Я в студии 51, и тут у нас будет фотосессия с лампами. Красивая идея. Мы сделали очень красивые фотографии и профессиональное видео. А это бэкстейдж с моего телефона. А как вам красный образ? Эти лампы могут быть разного цвета. Интересный факт, что фотограф работает в госпитале днем, ну а вечером снимает вот такую красоту, как хобби. А сейчас я вам покажу русскую школу, куда мы водим Сашу. Это ваша русская школа. Пожалуйста, заходи. Так вот здесь учатся. Так, вот сейчас я стою в очереди, чтобы забрать Сашеньку со школы. Теперь я приехала за Сашей в школу, ее забираю на машине. Вот, это далеко от нашего дома, по-моему, 20 минут, где-то так. И это школа по субботам с 10 до 2 часов. Мы платим $100 в месяц. Вот, там дают учебники, там дают материалы, все хорошо. То есть мы ничего не дополнительно потом не платим. Изучают они русский язык, правила, чтение, стихи учат. Мне очень понравилась эта часть. То есть это развивает не только память и речь, это развивает еще культуру какую-то, да. Вот, пишут курсивом. В американской школе курсив отменили, считается ненужным, потому что его не используют. В основном люди сидят в офисах и печатают на компьютерах, поэтому нет надобности писать курсивом. Пишут как курица лапой, честное слово. Вот. Но здесь преподают вот так вот правописание. Это очень хорошо, оно развивает вообще-то мозг. Вот и Сашуля. Васик! Ляля, Васик, привет! Счастье это такое, какое, моя любовь! Красотка! Моя ты нежная! Как дела? Я отлично, только я сильно много болтала. Ах ты, болтуха ты такая! Да, о чем вы болтали? У вас что там, любовь? Про какие-то, тебе лучше не знать. Тебе лучше не знать, говорит. А, понятно. Ну, расскажешь, я все равно должна знать. А тебя не ругали? Чуть-чуть, да, наверное, поругали. Но я бы тоже поругалась, потому что перебили. А вы сидите за одной партой? Да. И вас рассадят из-за этого, да? Да. Что вы болтаете везде. Да.